На форум в Тиберду собрались представители всех общественных институтов, религиозных и профессиональных союзов региона. Им предстояло обсудить принципиальные вопросы, отраженные в самом его названии – «Мир нашему дому». Ведь только когда люди живут в мире и согласии, их силы направлены на созидание и творчество. Цель форума – обсудить итоги деятельности институтов гражданского общества Карачаева-Черкесии и наметить стратегии развития межконфессиональных, межнациональных отношений в республике. Вопросы сотрудничества этносов, укрепления единства народов и конфессий Карачаево-Черкесской республики, развитие человеческого капитала, совместное творчество в сферах науки, образования, культуры и предпринимательства. Обсуждение этих глобальных тем заняло у участников форума 2 дня. Помимо карачаевского, русского, черкесского, абазинского, ногайского народов, у нас еще живут и представители других этносов. Это и украинцы, и евреи, и турки-месхетинцы, и армяне, азербайджанцы, представители немецкой общины. Нам бы хотелось, чтобы каждый из них нашел здесь единомышленников. Примечательно, что это мероприятие стало возможно благодаря грантовой поддержке Министерства КЧР по делам национальностей. Данный форум проходит в рамках подпрограммы первой нашей общей большой программы «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие». Вот как мероприятие данной подпрограммы, значит, оно было выставлено на торги и выиграло конкурс, данный конкурс выиграл наш Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева. Участники форума обратились к землякам с призывом множить усилия для достижения еще более высокого уровня взаимопонимания, взаимного доверия и сотрудничества между этническими и конфессиональными сообществами региона, способного исключить всякую эскалацию напряженности. Каплан Бурлаков, Олег Молхожев, Архыз 24.